А у меня кое-что есть. Есть? Дашь? Да, конечно же, да. На. Спасибо огромнейшее. Да не за что. У меня вот что есть. Это такая нужная штучка. Сейчас я тебе все расскажу и покажу. Вот такая коробулька. Видишь, какая большая коробка? Да. Хорошо видишь? А тут Бронос. Фонарик. Вот такой вот небольшой фонарик. Если его так нажать и держать, то он светит очень-очень ярко. А если два раза нажать, вот так светит. Тоже ярко. Не ярко. Чуть-чуть ярче. Это еще ярче. Максимальная яркость. А? Ты так регулируешь. Да. Он еще мигает, еще вот как горит, видишь? Но еще прикольно то, что у него есть магнит. Его можно примагнитить и включить. Во, гляди, классно? Это для работы пригодится. Стробоскопчик. О, второй стоп. А вот это вот ультрафиолет. Видишь? Вау, ультрафиолет. Да. Если выключить свет полностью, то в ультрафиолете, видишь, он белое какое становится. Да. А еще прикольно в нем, знаешь что? Что? То, что если его выключить... О, красный еще свет есть. О, полиция. Ну, полиция. Мы не знаем, кто, но мы точно должны быть полицией. Короче, 11 режимов фонарик имеет. Вот. А еще, если свет выключить, то смотри, что он светится в темноте. Это неоновый, да? Да. Круто? Да. Ну, и еще его можно заряжать, потому что у него есть зарядочка. Зарядочка вот она, спрятанная. От влаги и пыли у него защищенность. И все. Вешаем на ключи. И погнали. Да? Всем пока-пока. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да. А еще, Кирусик, выздоравливай. Спасибо.